Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня поиграем в игру под названием Roblox, а это у нас Skibidi Toilet Tower Defense. Да, впервые я буду играть в него один. О, понятно, уже не один. Да блин, я один хотел. Что же такое-то? Короче, Skibidi Туалеты, да. Получается, всегда я играл с кем-то в них. Я надеюсь, что у меня получится одному сейчас сыграть. Вы можете увидеть, у меня есть два легендарных персонажа. Одного мне подарили, другого я сам вывел. Мы будем смотреть, давайте я побыстрее, я стартую. Ха, он не добежит. Да. Но он меня поймет, он меня знает. Типа, я хочу сам попробовать. Давайте сначала попробуем легкую карту, я никогда не играл. А, не, я однажды играл один. Че это, я вру-то? Вообще, режим на самом деле прикольный, как мне кажется, особенно если вы фанаты Skibidi туалетов, то мне кажется, вы вообще кайфанете. Я все-таки не скажу, что большой фанат, я не фанат Skibidi туалетов, но мне очень нравится Tower Defense, это вот прям мое почтение. Вот давайте я куда-нибудь вот сюда вот ее поставлю, она будет так атаковать, мне кажется, она нормально должна наносить урон. Во всяком случае, как бы 600 урона, это вам не шутки. Главное, чтобы радиус позволял все это делать. По 50 у них хп, так это вообще не страшно. Так, подождите. О, фух, наносит, хотя бы наносит. Так, подождите. Я еще как бы побеждать хочу. Что-то, блин, камеравумен это опасная женщина у нас. Но она там дэнсинг камеравумен. Сейчас бы еще бы не слиться, да? Я бы тогда тыквоголового бы поставил, но я хочу накопить 200 монет. Во, накопили. Куда его поставить нам? Куда его лучше нам разместить? Ладно, если несколько пройдут, я ведь не сдохну. Сколько они нам будут сейчас отнимать хп, мне вот это интересно. Так, ну тут 50. Чё? А тут 500. А, по 10, вообще не страшно. Сейчас у нас тыквоголовый будет всех добивать, да, я так думаю. Он же по урону, 100 урона, и кулдаун у него одну секунду. То есть все, нормально, сейчас будем жить. Все-таки вот это вот Dancing Speaker Woman даже, вот как ее зовут. Она жесткая, поэтому должны вроде бы справляться. Вообще, я не знал, я очень хотел что-то поснимать сейчас, но вот не знал, что. А потому что настроение как-то было не очень, знаете, и как-то и в одно зашел, и что-то вот не знаю про игру. Что-то потом в другую зашел, тоже ничего не знаю. Такой, ладно, поиграю-ка я в эти, в туалеты у нас в Роблоксе. Как бы да, почему бы нет. Посмотрим, на что мы способны. Но я как понимаю, мы обычную легкую карту мы должны уже тащить нормально. Потому что смотрите, какая вот у нас... Спикервумен топовая, по 1000 урона наносит, а у этих туалетов всего 145 хп на самом деле. О, спайдер туалеты уже пошли. Блин, а может быть я зря это скипаю? Может быть мне это аукнется? Ну вот с таким вот тыквоголовым, мне кажется, все нормально тогда. Теперь у нас должно быть. Пока что не буду скипать, потому что, ну посмотрите, что-то у нас тут. Я как понимаю, несколько линий одновременно идет. Это, конечно, немного настораживает. Смотрите, мы вот так вот можем сделать. И все, у нас тыквоголовый просто бьет, как заряженный. Практически без остановки. Так. Блин, я бы его бы еще бы апнул. Ну, наверное, лучше бы ее. Потому что она и урона дофига наносит. И эта прокачка ей кулдаун уменьшит. Следовательно, будет лучше урон наноситься. Быстрее даже. Так, давайте тогда автоскип. Все, я снова включаю. Я бы сюда бы еще одного тыквоголового бы поставил. И прокачаем его вот так же. То есть вдвоем они вообще еще должны дамажить жестко. Тем более у них радиус адский. Я бы теперь бы, наверное, накопил 1000 монет. Хочется мне поставить вот этого гиганта. Вы посмотрите на него. Хотя я так думаю, что многие из вас, которые вот смотрят данное видео, они уже играли в эту игру. Они уже понимают, как что выглядит. И, наверное, у вас уже очень много лег. Все-таки я немного отличаюсь в этом плане, потому что я так играю совсем чуть-чуть и для себя, так что у меня очень многого нету. И как бы в самом начале вы могли увидеть, что у меня всего 6 побед, и... а игр-то, наверное, где-то 8. То есть мне когда вот подписчики как-то вот зовут,
Если есть время, есть возможности, есть желание, то я не против попробовать, но это не всегда, это правда, это редкие случаи. Так, давайте рядом с ней вот поставим. Хотя у него потом так радиус будет увеличиваться жестко, может быть тогда вот сюда и на будущее. Хотя у нас уже 11-я волна. Просто если мы потом его вкачаем, у него жестко увеличится радиус, очень огромным он станет, и следовательно вот здесь было бы его повыгоднее размещать в долгосрочной перспективе. Но так как у нас это легкий уровень сложности и линий всего 20, поэтому может быть даже и не надо. Но вот я не знаю. Так, 1250 у них уже, но ну, смотрите, у нас Пикер Вумен по 3000 урона наносит, и они при этом ходят так, что как раз она успевает откдешиться, да даже раньше получается у нее все это сделать. А если мы ее прокачаем за 1000, то она будет еще жестче. Блин, а может быть стоит? Вот как будто бы ее точно стоит вкачать, но я бы сначала вот его. Блин, ну надо же так. Прям на краешке вот этот вот радиус. Прям, ну, совсем чуть-чуть. Опа. Я вообще надеюсь, что у меня сейчас запишется Roblox, потому что в начале я сидел и что-то и тупил. Я в OBS поставил то, чтобы у меня захватывалась игра, а у меня она не захватывалась. Я такой, чего? По итогу мне пришлось захватывать окно Roblox, и вроде бы теперь уже все нормально. Единственное, что мне интересно, слышны ли вам звуки. Правда, они у меня очень тихие, у вас, наверное, тем более будут тихими. Так что, наверное, я что-нибудь поставлю еще на фон. Блин, 2000 стоит. Но при этом радиус плюс 3, следовательно, как минимум вот здесь он уже начнет задевать. И кулдаун уменьшится. Так что стоит, мне так кажется, его вкачать. А по урону что у него? 300? Блин, вообще маленький урон, если честно. Если вот сравнивать с нашей Dancing Speaker Woman. Ну, как бы она и дешевле. Ну и радиус поменьше. Но при этом как-то вот даже вот не знаю, что лучше, если честно. Ой-ой-ой, что-то они налетели жестко. Так, давай. Все хорошо. Во, прям вовремя вкачал. Смотрите, полетели, гады, полетели. Не позволю. Вы все поверили, что ли? Так, вот давайте еще ее вкачаем. Чтобы она пинала побыстрее. И нормально. Теперь уже получше. А, у меня все равно авто этот скип. Окей. Так, но тем не менее, уже 18-я волна. Я каждый раз почему-то забываю, как этот вейв переводится. Потому что я привык говорить раунды. И все, и как-то да. Легкая, правда легкая. Ну, конечно, понимая о том, что у тебя есть в команде две леги. Ну, как бы да, уже сложно будет не затащить, если честно. Ну, да ладно, мы на это не будем внимания обращать. Так, максимальный уровень уже у нее. Ну и то есть, да, тут всего 4-й максимальный уровень. У Титана ТВ-мена, по-моему, аж 6-й уровень. Так что его можно будет качать, не перекачать. Так, 3000 мы почти заработали. Кажется, мы успеем вкачать. Конечно, с другой стороны, я как будто понимаю, что у нас... Нашей спикервумен одной вообще нормально. Посмотрите, она просто их всех уносит. Вот это я понимаю, женщина. Так, все, радиус вообще классный теперь. И урона нормально, и кулдаун всего полсекунды. Но тут 5000. 5000 урона, это просто, это сильно. Хотя вот смотрите, все, сейчас она уже не будет справляться. Как тут много пошло этих туалетов. Поэтому давай, ТВ-мен, показывай. Нормально. Вот, теперь справляются. Лардж туалет. О, босс туалет, 38 тысяч. Опа. Ну мы должны, мне кажется, мы должны его затащить. В случае чего я тут, хоба. По 600 урона. Бьют хорошо. А вот прикол в том, что смотрите. У них реально такой же урон, как у ТВ-мена. Радиуса в разы больше и кулдаун такой, ну даже короче. Может быть в долгосрочной перспективе ТВ-мен будет посильнее. Так, поэтому давайте смотреть, как он будет теперь с боссом справляться. Наша Dancing Woman уже ждет его. Ну блин, по 5000 урона он вообще будет отхватывать жестко. Она в соло его забьет, она в соло, посмотрите, что она творит. Нормально.
Так, давайте выходить в лобби. Ой. Если надеюсь, меня не со всеми кинет. О, нет, в мою сольную кинуло. Окей. Это я зашел в приватку к своему другу одному из подписчиков. Я знаю, что можно делать свои приватки. Я создал, но я ее не нашел. Вот в чем прикол. Так, тут у нас еще есть ивенты. А я ивенты-то не смотрел. О, тут про эпизоды. Ну, прикольно. То есть тут показывают все, что приходит. А в последних эпизодах я просто где-то... Я давно, короче, перестал как-то вот смотреть. И то я смотрел, потому что мне один из друзей-подписчиков все скидывал. Так, у меня нет ничего выполненного. Ну и ладно. Так, не хочу я идти вот сюда, потому что здесь сложно. Вот это вот я знаю, что здесь, по-моему, сложно. Так, вот на эту карту я тоже не хочу, потому что мне несколько раз уже сыграл. Так, давайте теперь выберем среднюю. Я хочу на среднюю сыграть, проверить. 30 раундов, это тоже не так долго будет. При этом награда уже 200 монет. О, я помню эту карту, да, я тоже со зрителями здесь играл. Так, все. Давайте быстрее, я же один выбираю. Можно и подускориться. А тут, смотрите, у нас всего 200 монет, а было по 300 ведь. Так, ну тогда я вот его выберу. Куда бы нам его поставить? Вот сюда, слушайте, вообще тема будет хорошая. Ну, то есть сразу же три линии будет задевать. И дефать нормально. Ну все, вообще хорошо. Автоскип, давайте, можешь включать. Автоскип ведь вроде дает дополнительные монеты, да, насколько я знаю. То есть это как бы и быстрее мы будем проходить, и больше зарабатывать. Сначала мы поставим, наверное, пару тыквоголовых, потому что у них урон приемлемый, чтобы сейчас выносить этих туалетов. Ну и при этом и радиус хороший. А потом уже будем ставить кого-нибудь посильнее, конечно. Все-таки у нас тут 30 волн. Сейчас опять раундов не сказал. Так. Неплохо. Правильно, вообще дамажим жестко. Хотя, ну, понятное дело, третья волна, ну, уже четвертая. Так, спикер-вумен нам, конечно, пригодится. Мне вообще она зашла, кстати, она прям прикольная. Вот ТВ-мены, они тоже классные, но это надо и денег дофига. С учетом того, что у нас тут хотя бы уже будет 30 волн, следовательно, мы его проходить тоже сможем нормально. О, нифига! Я не знал, что так можно. По парковке бегаю, да? Ага, выше мы тут не поднимемся. Какая-то парковка сломанная. Как ей пользуются? 500 хп, все так же у нас. Ой-ой-ой, подождите, а мы тут справляемся? Ну, пока справляемся, я бы еще третьего бы добавил. Втроем ему будет прям нормально. То есть они вот каждый бьет, поскольку они по 100 урона каждую секунду, то есть по 300 урона каждую секунду, и у них нормальный радиус при этом. Так, а спикер вумен я бы вот сюда бы куда-нибудь поставил, здесь прям ее такое нормальное место, уже тусит. Уже тусит. 700 урона, блин. Они качаются. Как так можно? Так, поэтому прокачаем немного тыквоголовых. Во, теперь они должны и радиус увеличивать сильно, и по урону дамажить нормально. Ну да, а так вообще, типа, захотел я поиграть, господи, научите меня говорить, пожалуйста. Захотел я поиграть в этот режим, потому что больше для расслабона, а то какой-то весь день на нервах. А были планы сегодня поиграть на ивенте, который у меня на сервере в Майнкрафте проходит. Если что, да, у меня есть свой сервер по Майнкрафту, есть даже видео, как туда попасть. Поэтому посмотрите, пожалуйста, если кому-то это будет интересно, конечно же. И там ребята построили ивент, который, ну, похоже, очень был хорошим. Я хотел на нем сыграть, но одному из членов моей семьи стало очень плохо. Поэтому я весь вечер занимался, ну как не весь вечер, а я вызывал скорую, сидел там вот за врачами, со врачами. Следил все это, ну, к счастью, все закончилось нормально. Но некоторые моменты меня прям что-то вот так вот разозлили. Поэтому настроение у меня прям что-то подпропало немного. И ивент закончился, там уже все ребята сыграли. Кому-то понравилось, кому-то нет, но это типа
понятное дело, как обычно. Но жалко, что я его мало того, что не прошел, больше всего я хотел пройти, чтобы записать на видео, потому что все-таки люди старались, 2 недели его строили, и в дань уважения им за это я хотел записать и выложить потом на YouTube. Как бы и для меня это полезно, что контент дополнительный, это всегда хорошо. Ну и показатель того, что они строили не зря, и что я их покажу хотя бы. Ну, жалко, что ничего из этого не вышло. Ну, я именно как то, что контент я потерял, для меня не так жалко. Мне больше жалко вот этих людей, потому что они реально старались. Блин, такой радиус хороший у нее сейчас. Но, к сожалению, мы не можем его нормально задействовать. То есть даже вот если здесь бы мы поставили, было бы повыгоднее. А наши тыквоголовые вообще дамажат жестко, на самом деле, вы посмотрите. Им вообще нормально, офигеть. О, подождите, как будто бы надо уже автоскип немного отключать, потому что тут столько всего стало происходить. А что, мы даже сюда разместить ничего не можем? А почему? А почему? А что это такое? Ну, я понимаю, что расстояние не такое большое, но чтобы так прям, уж. За что вы так со мной? Да блин, лавочка, не мешайся. А чё, подождите, а в чем проблема? Так, а куда? А здесь-то что мешает тебе? Тут вроде место нормально. Ох уж эта игра. Что она со мной делает? Так, давайте, ладно, тогда сюда поставим. То мы деньги копим. У нас уже почти 5000 накоплено. Давайте включу автостарт. Во! Теперь он у него будет по 450 урона. Наносить... Ой, что за вакуумный туалет? Алло, остановись! Остановись! А ладно, задамажили, окей. Так, у нас Dancing Woman-то на фуле. Точно, я же забыл уже. Так что ладно, не так страшно. По 5000 урона. Это очень сильно каждую секунду. Так, главное бы тут нам справляться. Посмотрите. Вот эти они станут, по-моему, насколько я знаю. Так, тут вкачаем. Качаем. Наконец-то вкачали. Теперь он должен жестко дамажить. Посмотрите. А, это еще тыквоголовые дамажат. Вот это у них радиус огромный. Я-то думал, ничего себе у нас ТВ-мен-то жесткий. Соло справляется, а не тут-то было. Правда, туалетов уже тут что-то очень много. Но так как мы пока что сами справляемся, мне это очень нравится. Это очень удивляет, и я бы хотел бы тут, конечно, дальше вкачивать его. Так, дамажим босса. Кстати, босса вообще дамажим хорошо, даже без пикервумен до нее не доходит. Так, тут радиус далекий. И он дамажит сразу же нескольких, или мне кажется... Просто если сразу же нескольких, то это круто. То это показывает, что как бы и не зря. Так, босс-туалет мы также должны добить. Реально, и без спикервумен справляемся. Вот это я понимаю. Правда, у нас уже 20-я волна. А туалетов, ну, они уже почти все смешались между собой. Ой-ой-ой-ой-ой, подождите. Давайте, наверное, отключать, потому что ну, тут уже какая-то жесть как будто бы пошла. О, ну все, слушайте, дамажить сейчас будем люто. То есть он в секунду 5 раз бьет по 900. Но он, ну почти как спикервумен по урону. Ну и радиус у него огромный. Тут как бы он нас еще на выходе будет на всякий случай спасать. Так, давайте-ка продолжать. Автостарт, автоскип я даже использую. А второго что, можем куда-нибудь вот сюда поставить? Посмотрим. Будем именно сейчас на них стараться выезжать. Ой-ой-ой. Мутант, туалет. Ты адекватный? Ты что, ноги отрастил себе? Так, тут повкачивали. Дамажим. А мутант, слушайте, не такой уж прям и сильный. 32 тысячи хп. Не, на самом деле это много. Но просто так как мы уже подпрокачивались... Нам это уже стало попроще проходить, тем более 2 ТВ-мена. Один супер прокачанный, другой так еще. Ему еще есть куда расти. Поэтому ничего страшного. Как же он выглядит, как же он устал уже.
Ну ничего, ничего, сейчас ты отдохнешь, не прыжу. Ой, ты кто? Эксплозив. Ой, ты куда летишь? Ты че? Так, что, застанили? Не. А надолго? А, все. Офигел там, чел, он просто влетел в нас. И не понял. Такого я не видел. И, ну, если, может быть, и видел, то как-то не обращал внимания, потому что играл с кем-то. А у меня-то что, ребята все прокачанные. Поэтому мне там можно просто АФК стоять, потому что люди совсем справятся. Так. Ну, живем пока. Я бы хотел еще вот его до 6 раунда уровня вкачать, а потом... Может быть, несколько Dancing Woman поставим. Все, вдвоем они сейчас вообще должны дамажить люто. И босса туалета вообще просто уничтожают. Так, а тут реально будет такая аллея Dancing Woman жесткая. Так, две на фул. Это уже сильно на самом деле. Что на двоих они будут каждую секунду по 10 тысяч урона наносить, а у нас пока что у боссов туалета всего 46 тысяч хп, следовательно, за 5 секунд они вдвоем его могут ушатать. А это как бы, ну, довольно-таки быстро. То есть, а тут-то мы еще вкачиваем, то есть уже еще быстрее. Еще быстрее. То есть уже за 2,5 секунды будем уничтожать. А я не буду на этом останавливаться, я хочу тащить. Слушайте, а если у нас все так хорошо идет, то может потом еще попробуем сложность немного приподнять? Ну потому что реально пока что интересно. У нас идет все вообще нормально. Тут аллея из пятерых Dancing Woman по 25 тысяч урона в секунду от них будет. Это очень много. Тут никто, наверное, еще такому не готов. Так, тут 49 тысяч хп, то есть его они уничтожат за 2 секунды. А мы же тут еще можем поставить. Так, подождите. Можем ведь? Ух, можем. Я подумал, что у меня уже лимит. Хотя тут, по-моему, лимит. А выставление башен не маленький. Правда, писалось бы где-то. Вообще, типа, жалко, что тут некоторой статистики, некоторой информации нету. По типу, то сколько урон нанес. Там, что-нибудь еще... Конечно, типа, с одной стороны, ты понимаешь, ладно, ничего страшного. Так, 107 тысяч хп, ну сейчас, смотрите, будут отлетать. Не, Dancing Woman, молодцы. Босс туалет, 2-0, 200 тысяч хп, ладно, тоже не так страшно. Смотрите, мы должны его уничтожить, вообще легко. Вообще легко, блин, опять чел влетел. Да вы чё, издеваетесь? Так, а я тут смотрю, они реально растут. Они становятся уже более жесткими, следовательно. А я даже вот теперь мне интересно следующую волну, точнее, следующую сложность, если бы мы пошли играть. Я бы ее прошел. Тут за 11 минут мы справились. Поэтому я не знаю. Можем попробовать посмотреть. Так, я опять хочу проверить, что у меня тут с испытаниями. Я их, конечно, не читаю, но мне вообще интересно. Типа, блин, может что-то пройду? Опять же, нет. Игра 1 час. А почему у меня 16.60? Или что это как-то работает? 16 минут, типа. Так, а чё? Так я вроде побольше уже отыграл. А час все равно закончиться не может. Так, подождите, мы на какой карте играли? На той я не хочу играть, на этой вот я играл. На пустынной играл ли я? Я не помню. Слушайте, на пустынную? Я ее, наверное, так узнаю. Давайте хард. Я боюсь. 50 волн. Ну тут нам, наверное, будет 30-я волна, нам уже автоскип все надо будет убирать. Ну тут она и не длинная, я бы так сказал. Но, к счастью, линии тут пересекают друг друга, следовательно, урона можно будет наносить очень даже немало. Так. Вот сюда поставить, мне кажется, будет эффективно, потому что мы прокачаем этого тыквоголового, и у него радиус будет не только на эту линию заходить, но еще и вот здесь вот нормально он будет дамажить, поэтому посмотрим. Пока что автоскип мы можем позволить, так как ничего сложного не предвещает. Хочу заценить данную карту. Еще прикольная, тоже тут какие-то домики.
позитивненько. Позитивнее, чем в самом сериале, потому что в сериале там вообще, мне кажется, солнечных дней не бывало, по крайней мере, за все те серии, пока я их смотрел. Так, ты бьешь? Ну, с проблемой, ну, бьет. Но он раз в секунду, конечно, только дамажит. Поэтому мы ему сейчас обязательно добавим напарника. Напарником и веселее будет, и попроще. А тут, смотрите, вовремя поставили, потому что с 2000 уже надо будет некоторых разносить. А это ведь правда, да, ведь так работает, что из-за хардата более ранние сложные враги начнут идти, потому что, по-моему, на прошлой сложности, когда мы играли, оно было попроще. То есть у них хп было поменьше, тут вот так вот мы ставим, ну втроем им будет реально нормально. А теперь потом их вкачаем. С Dancing Woman мы не торопимся, потому что мне так кажется, что в самом начале надо поставить побольше именно тех башен, которые будут дамажить на побыстрее, то есть на более такой нормальный урон. Вот, например, если вот мы этого прокачаем, он будет дамажить по 300 урона наносить, и это очень хороший результат. Типа нам бы вот этих вот троих вот так вот вкачать. Тут уже 3200, алё, ты чего? Ты чего? Хотя должны, кстати, я вот сейчас еще одного такого вот поставлю. Все, тебе не жить. Блин, ну заставил, ну че? Опять заставил. Ой-ой-ой. Так, я предлагаю нам пока что автоскип убрать, потому что уже становится немного страшно. Но у нас их четверо. Один из них прокачан, он такой еще отдельно немного стоит. Сейчас еще вот этого вкачаем, почти накопили. Так что должны пройти, тем более у них радиус еще на вот эту линию западает, следовательно, затащим. Я уверен. Ну, надеюсь на это, очень сильно. Будет за 400, у них еще кулдаун изменится на 0.5, и следовательно, они будут мало того, что дамажить больше, но и по количеству, как два тыквоголовых сразу же, поэтому обязательно мы это будем делать. Так, все. Я опять убираю вот этот вот скип, потому что мне становится страшно от этого количества. Как же их тут много. Тем более сейчас опять будет тот, который станет. И он что сделал? Застанил. Спасибо тебе большое. Дамажим, 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 дамажим. Задамажили. Ура. Как же я рад. Вот это вот эмоции, вот это вот эмоции. Так, за 400 обязательно качаем. Он будет бить быстрее и бить больше. Автостарт. Пока автоскип. Пока что берем. Так, это у нас разлилась бочка, типа, или что? Что это за кружок такой? Стекло. Нефть. Или что это? Так, блин. Ой-ой-ой, ну все, я автоскип опять убираю. Ты чего, босс? Ты адекватный? Пипец. Так, давайте ему еще одного такого вот вкачаем. Вдвоем будет уже покомфортнее. Опять, ну вот станы вот эти вот, ну это ненормально. Миниган-туалет. Вот этот вот миниган, что ему добавляет? Ох, хотя бы этого мы уничтожим. Ну да, ну стану, конечно, куда же без стана. Я бы очень бы хотел поставить у нас денсинг, но мы не можем. Но смотрите, зато мы можем уничтожить. Мы добьем. Ура. А вот стоит. Я опять, блин, скипнул. Так, все, давайте ее размещать. 600 урона, это не шутки. Это правда хорошо. Тем более прокачка стоит не так дорого. И уменьшать кулдаун. А у нас все, у нас начинают идти туалеты. Ну вот не считая этих. Дофига хп. Хотя вот у этих, кстати, не так уж и много. Вот у диджеев, да, у них побольше. Ой-ой-ой. Ладно, пускай вот эти вот идут. Они все равно не такие большие, но их много, блин. Наши не успевают, похоже. Так, а еще вот этого не вкачал. И вот этого не вкачал. Ой-ой-ой, все, автоскип убираю, потому что что-то я чувствую нездоровое. Это я чувствую очень большое. Мутант туалет. И за ним еще миллиарды неадекватов. Ладно, мутанта-то мы забьем.
А вот large, что ли, это? Хотя, смотрите, ну я живем. Давайте миниган туалет опять. Large glasses туалет. 14 тысяч хп, ладно, не так страшно. Не, фух, справляемся, нормально. Ох, не торопимся. Ну надо же, уже это, уже страшно на 14 волне становится. Вот у нас, смотрите, денсинг вкачивается. Уже по 3000 бьет. Обязательно мы ее еще вкачаем, потому что она будет каждую секунду наносить по 5000 урона. А это сильно. Сейчас кого застанешь? Ой, всех, ты адекватно, ты чего, ты существуешь? Ладно, у меня хотя бы автоскип отключен. Да все, заканчивайте, фух. Вовремя, вовремя еще хотя бы. Блин, ну 3 минигана, это слишком много. Потом идет 2 босса и другой сразу же. Вау, я не понимаю. Но еще и станет. Вы вообще, вы кто такие? Мы вас не звали. Так. Ну давай, вылезай из стана. Носи по 3000 урона. Добьешь, добила. Так, тут еще давайте. Блин, нам вообще не хватает, ну чуть-чуть совсем. Ай-я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 й. Добили. Ну тут, ну это вот вообще некрасиво выглядит. И давайте тогда скип. Пока дальше шло. Не, мы его не уничтожим. Че, все, слили, да, получается? Эх, ну бывает. Жизнь и огорчение. Блин, ну тут 38 тысяч, это вообще, вообще много. А дальше-то не так сложно. Хотя, смотрите, вакуумный туалет опять пошел. 62 тысячи хп. Что-то я делаю не так, как будто бы. А у меня и так вроде бы нормальные обезьяны. Оговорка по Фрейду уже пошла. А я вот этого, кстати, никогда не использовал. Надо было посмотреть, что он себя представляет. Вот это вот мы уничтожим. Вот это вот пройдет, и я так думаю, я сольюсь, типа, вот это хп количество он их пробьет. Опа, минус 600 тебе. Ну все, хватит на этом. Сел. Че, сольюсь, да? Ну сольюсь должен. О, не слился, почему? Кайф. А я-то все, я-то думал, ну все, сольюсь. Блин, так мало получилось продажи. Окей. Все, живем тогда. Пока живем. А тут у нас еще одна Dancing Woman на страже нашего здоровья. Пока что эти мелкие, мы их должны пробивать нормально. Я тогда буду на Тива Мэна копить. Все, мы его накопили. Ставим, давайте. А вот здесь, кстати, вот мало места, поставить можем. Как это вот? Я не понимаю. Вот, давайте скипать. И потом... Так, ну нет. Ну да. Ну нет. Да нет! Вы ненормальные. Мы ведь так старались. А вы что творите? Так, ну если вот мы успеем 1000 накопить... то тогда уж ее надо будет вкачивать, потому что дофига урона, плюс 2000, при этом она будет бить каждую секунду. Ну это нормально. Мне кажется, это будет единственное такое верное решение на данный момент. Ну не, ну только вот не станьте, ну вот сейчас каждого застанет, ну вот, вот блин. Так, почти 1000. Бить их. Ну не, ну тут все, тут уже слив. Я считаю, что тут уже будет слифт, потому что ну это уже все, это тумач какой-то. Хотя дамажим, ну вот реально типа дамажится неплохо. Так, тут еще двоих поставим, по чуть-чуть будут урона наносить, но тут совсем чуть-чуть. Давайте скипаем волну, чтобы пока другие полетели. Но больше денег, я так думаю, не успеем получить. Так, ну вот было бы здорово, если мы хотя бы еще вот этого босса бы забрали, но они что-то его не шибко так бьют, не шибко так урона наносят. Ну вообще 7900 уже ладно,
Так, у нас там 350, да, хп? Ну вот если вот они все пройдут втроем, ну типа пиши пропало, можно так вот сказать. А дальше волны, ну вот опять нормальные. Ну вот как вот жить-то? Как жить с такими волнами? Китайскими. Весь мир спасает эти Dancing Woman. Вот, по крайней мере, только вот меня. Подохните. Что я делаю не так? Ну, мне что-то интересное, если честно. Мне захотелось еще поиграть. Так. Сколько будет? Не, понял. Понял, принял. Ну, что поделать? Ладно, сейчас я попробую покрутить. У меня же вроде немного монет должно накопиться. Сколько у меня их? 600. А вдруг что-то стоящее выпадет? АФК фарм? А что значит АФК фарм? Типа мне просто монеты будут идти? Не хочу телепортироваться. Вообще интересно. Если реально так могут просто идти монеты, то это будет странно. Так, ресетнется через 30 минут. Может быть, я даже вовремя. Ну да, камера вумен. Ну спасибо. Так, дайте мне... Ага. А можно что-то новое прошу? Мне ж тогда лего выпало. С 1% шансом. Ну да. Камерамен. О, еще камерамен. Так. Ну уже. Как же сложно, господи. Понял. Я все понял. Да блин, ну что ж такое-то? Ладно. Мы пытались. Как говорится, мы пытались. Так, ну тут в наградах у меня тоже ничего, да, насколько я понимаю. Да, тут ничего нету. Играй час. А тут, видимо, прям вот в эту надо час играть. Понял. Хорошо. Ну что, мне делать нечего? Мы можем еще сделать. Я не хочу бусты покупать. А вот на вот это мне не хватает монет, к сожалению. Давайте попробуем один раз сыграть. Pumpkin Patch. Сыграем в него. Ладно, еще у нас видео идет сколько? 37 минут? Бывает. Какая карта длинная? Это нормально? Так, а как? По-моему, надо вот сюда вот ставить. Тут они начинают переплетаться. Здесь поэтому сразу же у нас будет на два фронта играть. Надо было вот сюда поставить. Окей. Следующее обязательно мы сюда разместим. Вот надо же вот так вот. Карта такая огромная. Она, наверное, правда запланирована на многих игроков. Не на одного меня. Так, и давайте я тогда скипну пока что. Потому что пока те пробегут, как бы этих мы вроде бы должны уничтожить. Да, к счастью, так и происходит. И монеты нам ведь начислят после уничтожения туалетов, насколько я понимаю, не просто же так. Блин, ну тут уже что-то жестко. По 115 хп. А нам за зачистку дадут сразу монет? Нет, толком что-то не дали. А скипать пока что не хочется, а они уже на 2000 каждый. Нам обязательно надо будет второго поставить, одного будет тут недостаточно. А скипать мы будем, ну, чуть-чуть попозже, когда они более-менее приблизятся. А чтобы вот с этим мы справились, пока еще придут, ну, следующая волна не успеет дойти. Надеюсь, что все правильно мы реализуем. Так, ну они уже как бы рядом. Мы наготове. Мы ждем. Вот это как будто, кстати, они короче идут, или же они одинаковые? Ну не, или да, я что-то не понимаю. Так, вот смотрите, вот здесь вот мы поставили, и как будто бы даже правильно сделали. Потому что ты много будет задевать, и сразу же двухсторонняя линия. Да, вот это, почему правая часть короче, чем левая? Нечестно сделано. Нечестно. Так, ну у нас один пока дамажит, все, второй присоединяется, следовательно... Должны исправиться, блин, я вижу тут. И вот они хорошего. 500 хп уже. Но сначала пойдут слабые, поэтому ладно, не так страшно. Нам обязательно надо будет третьего тыквоголового.
Ну, мы уже почти на него накопили, к счастью. У нас уже есть 180 монет. Ой, господи. Ну, его бы я тоже бы с радостью поставил. Так, ну и втроем нам будет комфортнее играть. Так, те постепенно приближаются. Хотя, смотрите, тут даже их 3, а тут вообще их 2. То есть, опять же, таки неправильное распределение на линию идет. Она мало того, что как бы короче, так еще и там и мобов побольше. Чего-то я не понимаю. Давайте дальше скипнем. Так, ну их мы должны задамажить. Это должно быть у нас нормально, а вот дальше уже, как вот дела будут обстоять. Я бы добавил реально еще одного тыквоголового. А вот тыквоголовый, мне вот вообще интересно, он... Ну вот только вот с этого ивента его больше никак не, потом не получить. Или же можно будет. Вот его я бы потом прокачал бы за 300 монет еще, потому что это ему и радиус вот так вот увеличивает нормально, и урона, плюс 200 урона, это очень сильно на самом деле. Опа, блин, как же их много. Ну и наших немало, 4 тыквоголовых, это очень сильно. Вот что у нас, обычно такой домик, домики, такая деревушка получается. В середине церковь. Католическая, наверное, или как она вот называется. Так, ну не, должны, мне кажется, мы должны затащить, тем более у выхода сколько хп? 400, блин, это даже поменьше, поменьше, чем обычно. Вот это мне уже не сильно нравится. Так, ну тут пока что один еще дамажит, сейчас тут еще эти трое подключатся и будем разваливать. Думаю, за 300 монет прокачаю одного тыквоголового, и это нас еще усилит. Знаете, вы не пройдете, блин. Они ведь очень стараются. Ой-ой-ой-ой. Они прям сильно стараются, я бы так бы сказал. Поэтому давайте, смотрите, вот так вот делаем. Увеличиваем радиус. Увеличиваем урон. И, ну, может быть, благодаря этому мы смогли пройти дальше даже. Я бы так бы сказал. Блин, я бы за 400 монет бы вкачал, это бы еще бы ему радиус бы увеличило, и откат был бы у него по полсекунды, де-де-де, 16 тысяч урона, откуда? Мы тебе чем будем этот урон наносить, скажи мне, пожалуйста, у нас нет таких сильных туалетов, камераменов, scary speakermen. Страшный. Так, 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 так. Ладно, вот dual claw туалет мы еще должны размотать. По логике. Ну хотя как? Если мы наносим, у нас на четверых урона сколько? 600? 600 где-то в секунду. Надо 6 секунд минимум вымочить. Он еще этого застанет, да. И он афкашит, и тот афкашит. Он из стана не будет вытаскивать. Во, все так. А, он не достает. Он реально не достает из-за того, что их поставил подальше. Вот тут я понимаю мощь. Вот это стонкс. Я так и рассчитывал. Стопроцентно. Ну, давайте теперь вот этого мы тоже вкачаем, потому что... Ну, чтобы тащить, казалось бы, да. Казалось бы, надо этого босса туалета размотать. Хотя мне бы очень хотелось бы за 400 монет бы вкачать третьего уровня. Мне кажется, мы его должны уничтожить. Вот смотрите, что у него. Уже 3000 хп пробили. 4. 5000 хп пробили. О, блин, не успеваем. Все идет к тому, что не успеваем. Блин. Но у него хп-то немного. Да блин. Что нам делать? Что нам теперь делать? Он еще будет, блин, полгода идти. А мы не заработаем, чтобы 5000 урона ему пробить. Казалось бы. Вот Dancing Woman поставить. А вот там что, там сложно, да? Ой-ой-ой-ой, да. Понял. Я просто хотел, может, скипнуть, чтобы монет побольше получить. Но я понимаю, что это не судьба. А вот из-за того, что у него мало хп, он нам меньше урона здесь нанесет? Или же это не так работает? Давайте проверять, давайте смотреть. И тут вот сразу же, смотрите, вообще лайтовые пошли. Вот лайтовых, ну, правда, их тут много. Блин. То есть тоже что-то не очень. Но размотать-то мы их должны.
получше. Ну давай, не мозоль мне глаза, проходи уже. Гостем будешь, дорогой. Так, мы тут накопили еще монет, мне бы 400 накопить. Но мы не должны слиться, типа, от него. По логике. Вот я бы потом бы вот этого скири тыквоголового прокачал. Он до сих пор идет. Он все не может закончить. Опа. Все, вкачал. Я теперь должен быть получше. Как больно, как же больно. 350 хп отнял. Как так можно? Так, ну это мы зато вот прошли. И получили, залутали. Смотрите, уже 500 монет залутали. Так, что тут у нас? 9500 хп. Неадекватные. Я просто в шоке. Того, насколько они неадекватные. И спикервумен как будто бы пока что нету смысла вкачивать. То есть вот у нас два вот таких тыквоголовых сильных. По 425 урона за полсекунды. Это не слабо. Вот это у нас еще первого уровня. Надо будет сейчас его тоже повкачивать. Ой-ой-ой-ой, ой, а чё их так много? Ой, блин, ну все, еще пропало, как будто бы, да, что-то их тут реально перебор. Так, как вот этот по радиусу? По радиусу он вообще замечательно, кстати, если ему на 600 вкачать, блин, а может быть есть смысл, потому что он будет еще и здесь бить, и вот здесь, наверное, будет доставать, а может реально есть смысл? И урона добавится неплохо, и кулдаун, но на чуть-чуть кулдаун у него уменьшится. Это уже не так будет сильно заметно, но это тут надо же, он так вот встал некрасиво. На вам, выкуси. А вот это, знаете, он как отвлекающий маневр, пока вот те станет его, эти добивают. А этих ведь и не застанешь, они так стоят немного отдаленно, поэтому вообще хорошо. 14 тысяч хп, вот блин. Но мы его уже должны уничтожить, потому что у нас урон-то увеличивается. И посмотрите, так оно и есть. Ура! И вот этих должны уничтожить. Ууу, как я рад. Так, скипаем волну. Этих мы добьем, и за 600 я вкачиваю вот этого. Как мне нравится. Вот, смотрите, вот здесь он будет бить. Вот здесь вот он будет бить. И при этом быстро, и урона много. Ну все, я счастлив. Пока что, потому что сейчас вылезет какая-то махина с 30 тысяч хп, и я все отлечу. Ну, почти. 15 тысяч урона, ну тоже хорошо. Так, полицейский. У него 14 тысяч хп, это, конечно, много. И он быстрый, блин. Поэтому это не к добру, мне кажется. Но я бы поставил, уже знаете... Говнюк, вот говнюк. На тебе. Лучшая озвучка. Если вам нужна будет озвучка этих снарядов, то можете обращаться ко мне. Так смотрите, по радиусу даже вот здесь достает. Вот тогда это прям вообще сильно. А Dancing Woman я бы вот сюда бы куда-нибудь разместил. Правда, прокачка у нее не дешевая. На данный момент мы должны нормально справляться. То есть этот миниган мы тоже должны нормально уничтожить. Потому что вот этот у нас будет дамажить очень сильно. Вот отсюда уже. Так, что я начинаю скипать, наверное. Мы его должны уничтожить. Да, вообще спокойно. Его скип. Нормально. Как я рад. Блин, тут на прокачку не хватает. Вот кулдаун ей точно надо будет уменьшать на 2 секунды, и зато она будет уже дамажить целую 1000. И по радиусу вроде она должна будет доставать хотя бы вот здесь и вот здесь. Может, вот сюда даже начнет уже доставать. Ой, блин, ну все, пиши пропало. 44 тысячи хп. Несколько боссов по 22 тысячи хп. Мы поиграли, было весело. Да. На этом, наверное, будем заканчивать. Так, блин. Ну смотрите, вот следующая волна, значит, должна быть простой, да? А они идут быстрее, чем вот эти вот боссы. Может быть, мы успеем? Блин. Может, я что-то не так делаю. Так, все, тут хотя бы начинать теперь доставать.
За 800 бы, блин, еще прокачать. Надо 800 монет. Мы не успеем. Будет 800, то у нее мало того, что радиус еще увеличится. И будет 3000 урона каждые 1.5 секунды. А может быть успеем, потому что, смотрите, у нас уже 200 монет. В случае чего я скипну. Так, летит вот этот, который станет. Как же сложно, как же сложно. Тот, у кого 44 тысячи хп уже на подходе. Зато ларч, туалеты, смотрите, как же мы их разносим. А, у них по 2000 хп, конечно, понятно. Он хотя бы этого застанил. Этого не страшно. Слушайте, 800 монет мы должны успеть накопить. Что-то мне подсказывает. Еще один босс, блин. А у того босса 23 тысячи хп. Вот как вот это вот распределение работает? Dancing Woman, тебе, видимо, придется активно денсить, чтобы их уничтожить. Хотя, смотрите, вот у него уже остается 22 тысячи хп, 20. Я что-то не знаю, но смотрите, если вот мы тут вот повкачиваем, так, а вот этого, блин, не достает до сюда. Так, как дела? Слушайте, убьет, ведь убьет. Молодец! Красотка! О, блин, привет! Еще один. Ладно, этих мы должны. Дуал, блейд, туалет. Мы тоже должны его уничтожить, потому что... Все, я отдыхаю. Подождите. Слишком много эмоций. Я хочу чуть-чуть отдохнуть. После этого тоже бить. Пжи-пжи. Все-таки дэнсинг. Молодец. Хорошо танцует. Туалетам нравится. Давайте я пока скипну. Стан. Это неправильно. Не та. Уберись. Надо вот ее еще вкачать. И каждую секунду будет бить по 5000 урона. Конечно, надо было ее немного левее ставить. Чтобы еще вот эту линию задевала. Ну ладно. 5000 урона это реально сильно. Каждую секунду с учетом этого. То есть вот этих она шотает. Просто шотает, дабы никто. И звать вас никак. Ладно, ты уже кто-то. И вот это кто-то. Ну, мне кажется, что, кстати, Dancing Woman очень будет хорошо с ними справляться. Поэтому постепенно я бы уже копил на ТВ-мена. Но вообще, нам бы вот их бы еще немного повкачивать, что ли. Тяжело. Тяжело думать приходится, надо же. Но вот с другой стороны, это наконец-то после Блунста Д. Что-то вот прям мне на самом деле сейчас вот интересно стало. Одному играть прикольнее, чем с кем-то. Потому что люди прокачаны, люди шарящие. А тут ты один напрягаешься, переживаешь, потому что ты немного не веришь в свои силы. В Блунсе все-таки с опытом ты уже так понимаешь, где ты справишься, где ты не справишься. И тебе уже этот мир абсолютно понятен. Здесь же ты каждый раз в каком-то шоке. Блин, их такое количество, это сумасшествие. Они же еще сейчас, они же станут без конца. Блин, кстати, я зря поверил, что ли? Хотя, смотрите, ладно, дамажим, хотя бы дамажим, фух. Dancing Woman должна их добить. По моей логике, надеюсь, у меня хорошая логика. Так. Этого мы ставим вот сюда. Вылезай из стана. Офух. Отпинала этих. Так им надо. Каждую секунду по 200 урона. Это не так много. Но он будет улучшаться. Может быть, ей надо еще одну денсинг добавить. Давайте вот прямо сюда вот поставим. Реально, вдвоем пускай им будет покомфортнее. 26 тысяч. Ладно, пока нормально. Пока все идет по плану. Как же он вообще, какой же он молодец. Пускай влетает, я пока не против. Наверное, реально пока что надо вкачивать вот этих вот двоих. Они будут дамажить много, и так как у них КД на максимальном уровне всего 1 секунда, то есть вдвоем они будут разваливать, если их не будут станить. А мне говорили, что тут есть башня. Какая-то там медицинская. И типа вот она жестко типа вот станет в этом плане. Ой, не станет, а наоборот помогает вашим юнитам из стана вылезать. Эта тема реально годна.
Так, сюда, сюда, давайте, давайте, давайте. Мы готовы вас уничтожать. Мы готовы. Они тоже готовы. Конечно, одна из них послабее будет. Но ничего, она еще дойдет. Вы еще все узнаете, как ее зовут. Ну, уже да, они будут на подходе. Они должны узнать. Они должны прочувствовать. Вот одного босса туалета, вот наши тыквоголовые, наверное, должны уничтожить спокойно. Да даже двоих, похоже, успеют уничтожить. И еще парочку задамажить. Вообще хорошо. Так, давайте скипаем, чтобы у нас пошла следующая волна, на которую мы, может быть, уже будем отлетать. Потому что, смотрите, ой, по 28 тысяч, и они очень быстрые. Поэтому точно надо эту Dancing Woman именно вкачивать, чтобы у нее увеличился кулдаун. Не хватает немного. Ой, но эти 800 монет мы должны успеть накопить, я так думаю. Этого босса мы тоже уничтожим. Без каких-либо проблем, да, все, его не существует, к счастью. Вот это вот выглядит уже очень страшно. Хотя, смотрите, а, ну он также станет, да? Зато наши смогли пробить хотя бы ему дополнительные хп, и очень даже много, кстати. Что один из них отлетит за две тычки. Нети, нети. Так, давай, бей, 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 бей. Господи, почему я не вкачал раньше? Ты чего творишь? Блин, дайте перезайти. Хочу перезайти. Ё-моё. Ну, 1200 мы ему не пробьем. А 150 хп он нам пробьет, да? Ну да. Пинь. Окей. Ну блин, ладно, было интересно. Блин, если бы я бы раньше ее, наверное, вкачал, мы бы уничтожили, реально. Что-то мне подсказывает, что да. Ну ничего, ладно. Мы молодцы. Давайте зайдем туда. Посмотрим, может, у меня какие-то задания выполнились. Да нет. Да что ж такое-то? Уничтожь 500 туалетов, что я не уничтожил? Я думал, что... Да. Я-то думал, что да. Ну, ничего. Ничего страшного. Окей. На этом тогда мы, наверное, уже будем заканчивать видео, потому что оно уже идет довольно-таки долго. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Я, правда, очень старался. Получил даже удовольствие, я бы так сказал. Надеюсь, что и вам оно было по душе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем... Пока!